Этим утром в Алматы доставили тело Батырхана Шукенова. Народное прощание с любимым артистом миллионов состоится завтра. Сегодня же к алматинскому дому артиста приехали его родные и друзья. По их словам, после церемонии прощания певца похоронят на кладбище Кинсай-2. Для нас это до сих пор как сон. Не можем поверить во все, что произошло. Мы похороним его по всем мусульманским традициям, тем более, что Батырхан родился на юге страны. По-другому и быть не может. Соболезнования семье певца уже выразил глава государства. Батырхан Шукенов с 2007 года был советником президента по культуре, а также послом доброй воли ЮНИСЕФ в Казахстане. Слова поддержки родным Батырхана отправила Алла Пугачева. Еркеш Шакеев вспоминает, как в 9 классе познакомился с Батырханом. Тогда будущий автор «Джулии» вместе с братьями играл в семейном ансамбле. За годы совместной работы музыканты стали по-настоящему родственными душами. Последний раз артисты общались 2 дня назад. На прошлой неделе у нас был концерт в Астане, и ему не здоровилось. У него большая перегрузка, он мне вот 2 дня написал, говорит, слава богу, говорит, проект заканчивается, 2 дня всего осталось. И, видимо, усталость вот эта физическая. Он меня всегда называл Кеша, дорогой мой брат. Он единственный меня называл Кеша с тех лет. Наверное, прозвучит самая гениальная песня Еркеша, нам будет очень приятно, если мы все вместе ее споем. Нелюбимая ждет меня у окна вечерами.